Во Владивостоке практически завершена реконструкция 30 пришкольных стадионов и спортивных площадок. Работы проводятся по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяка. На обновленных пространствах уже проходят уроки. Так, в гимназии номер 1 на улице Нерчинской построена спортивная площадка с тренажерами, волейбольной сеткой и баскетбольными кольцами. Учитель физкультуры Андрей Терехин рассказал, что раньше на этом месте был пустырь. Все это строилось у меня на глазах, я тут недалеко проживаю. И все это видел, как сколько сил и средств было вкладывалось. И с какой скоростью, главное, было произведено это спортивное сооружение. А в школе номер 40 на Толстого построили новый стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. Здесь для ребят проходят занятия по метанию. Ученики довольны и говорят, что им нравятся уроки на свежем воздухе. На стадионе мне нравится то, что мы занимаемся на свежем воздухе. Это полезно для здоровья. В основном у нас разминка, бег, а дальше выполняем упражнения по нормативу. Глава Владивостока Константин Шестаков недавно отметил, что в рамках этого большого проекта заменили теневые навесы в детских садах города. Напомним, приобщение к массовому спорту – одна из задач регионального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Инициатива утверждена президентом страны Владимиром Путиным. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.